Так, ребята, вот 23-го подсаживал матку плодную, на плодную менял. Сегодня 28-е, 5 дней прошло. Ну, давайте посмотрим, что вообще произошло. Приняли, не приняли матку. Я сам не смотрел, я только вчера вот убрал клеточку пустую и все. Потому что они понадобились нам для следующей партии маток. Яйцо я вижу вот здесь вот есть. Я считаю, это уже, наверное, наша маточка постаралась. Потому что от предыдущей матки за 5 дней яйца не должно быть. А вот и наша красавица гуляет. Ну вот, 5-й день. Вчера у нас уже выпущенная точно была. Все. Маточка принята. Так, вот эту рамочку тоже поставим по центру. Потому что надо темные рамочки выбраковывать, отодвигать ближе к краю. А эти к центру. Все. Результат неплохой. Но больше, ребята, я показывать сегодня, наверное, не буду. Как приняли маток. Клубочек клёв. Если в дальнейшем будет у меня свободное время, ну, не знаю. Я постараюсь несколько семей пройти и вот так вот показать вам прием наших маток. Но здесь приняли.